Здравствуйте всем! И вы на канале моих джунглей, домашних цветов и орхидей. Коротенькое видео о том, что я недозаписала в прошлом видео. Хотела показать название вот этой вот орхидейки, которая у меня там есть в прошлом видео с музыкальной заставкой. У нее пробито название, и это decoration. Я бы перевела как украшение, потому что decoration можно и как декорации, и украшение, но больше, наверное, как украшение на любого помещения, поэтому ее и назвали decoration. Если кому-то встретится такая орхидейка, знаете это название. Не показала розеточку в видео. Ну, с розеточкой все хорошо, но я вообще в том беру магазины, видите, какие они желтоватые, да? То есть они у них всегда стоят в глубине комнаты, и это просто, когда поливают, а света не хватает, листья начинают тихонечко желтеть. Но они уже у меня две недели в доме, и, ну, отходят. Видите, вот уже он позеленел, вот видите, уже практически такой же лист стал. Так что все с ними будет в порядке. Им просто свет нужен, света недостаток. Вот здесь вот очень хорошо видно, видите, какие желтые. Вот я такими их всегда от них приношу. Потом они у меня отходят. Корневая, ну, есть. Не идеальная, как всегда. Есть, вот видите, как сейчас жара стоит, прям буквально поливаю, и получается через 2-3 дня опять поливаю, потому что до 37-30, ну, 35 вчера точно, 36 было. Вот, до 38 доходят, и вот прям быстро-быстро выпивают, вот. Думаю, завтра полью уже. Так, ну что, и вот эта Равелла. Вот эта Равелла, которая тоже видео с музыкальной заставкой показала, хотела показать ее корни. Смотрите, у этой еще листья хуже, посмотрите, какими пятнами. Ну вот они у них, конечно, там болеют в магазине. Но ничего, она отойдет. Вот этот лист уже начал потихонечку вот эту желтизну убирать. Вот видите, на кончике остался, вот он зеленеет. Света не хватало. Но корневая, смотрите, что. Видите, я когда покупала, я увидела, что какая-то проблема с... Как будто бы или лист сломан, да? Но если сломан, это хорошо. Просто тогда через него должен пробиться другой. Не знаю. Но нет, она выпустит корневую детку. Так как корни у нее просто идеальные. Посмотрите. Тоже, вот знаете, поливала, по-моему, позавчера. Смотрите, что. Как они у меня сохнут. Вот видите, почему я вот такие горшки покупаю. Большие, 2,5 литра. Я живу в очень жарком климате. И они прям вот так пересыхают. Если бы я вот так забыла бы вдруг полить, просто бы потеряла орхидею. А так, все-таки у меня по 2,5 литра. Они держат влагу. Ну вот, еще раз корешочки. Просто... Просто необыкновенно много. Вот такая она вся жирная, упитанная Равелла. Посмотрите, может быть, это от сорта зависит, что вот такое изобилие корней. Может быть, я заметила, вот 2 недели абсолютно цветы не засушивает, даже вот не видите, пытается дорастить. И там, посмотрите, какая живучая. Но это еще потому, что корни такие. Корни очень густые, работают, и смотрится она вот, реально они ее прям в тонусе держат. Корней просто море, просто необыкновенно море, засилие корней. Ну, сейчас не буду пересаживать, просто поливаю часто, потому что она прям просыхает на глазах. Да и другие тоже все просыхают, потому что очень жарко стоит. Ну и мои, посмотрите, гигантики. Это я, которые принесла показать.
Вот видите, у меня вот все, у всех орхидей в доме вот такой цвет листьев. Вот когда листья светло-желтые, это либо вот так растение, знаете, это либо вот так недосвет идет, что стояло в темном помещении, они ее поят, а света не хватает. Вот. Говорят, либо пересвет, когда листья светло-желтые, но они тут, видите, ой, светло-желтые, говорю, светло-зеленые. Когда светло-зеленые листья, это пересвет. Но это и вот оттенок желтоватый, это совсем не то. Это именно вот, когда поливают, а света не хватает. А очень темно-зеленые листья орхидеи говорят, что это наоборот недосвет, что она в темноте прям стоит. Они должны вот такие быть зеленые. Ну вот у меня прям идеальный цвет у листьев. Вот, видите, это домашний уже, жирненький он, корешочек у нее наконец-то пробивается. Ну, у них, знаете, там у всех корней моря. Я потому что, когда вот так начинаю раскапывать, они даже вот почему-то у меня не выходят на поверхность, но там, поверьте, везде есть корни. Я вот недавно Марию Терезу смотрела, покажу вам как-нибудь корневую Марию Терезу. Вот так уберу вот так верхний слой, там кошмар корней. Вот. Так что просто горшки огромные, и они... Им, видать, света в моем доме хватает, и они не лезут искать света. Не знаю, в общем, вот такие дела. Так что в обзорчике был декорейшн еще раз, сорт. Очень красивый, очень нарядный, очень эффектный. Действительно, украшение любого помещения. Декорейшн или это в переводе украшение. Орхидея с названием украшение. Действительно, украшение любого интерьера. Ну и равелла. Равелла шикарная, с шикарной корневой. Просто